каждому театру по скамейке. В Иванове на площади Пушкина появилась четвертая по счету арт-лавочка. Она принадлежит музыкальному театру. Ранее драматические кукольные тоже украсили скамейки у фонтана. Каждый отражает специфические особенности того или иного жанра постановок. На новой скамейке изображен скрипичный ключ и партитура. Такая необычная лавка не только привлекательное место для селфи, но и оригинальный способ напомнить горожанам, что театр – прекрасное место для отдыха. Главный художник серьезно поработал над проектом, который мы утвердили на коллегии театра, ну а затем уже воплотили это в металле, обратившись в одну из фирм города Иваново, которая занимается кузнечным делом.